Всем привет! Я Бодрова Екатерина, и вы на моем канале. Сегодня будет обзор моего заказа. Заказ для клиентов, заказы для себя кое-что, кое-что из новинок будет. Итак, приступим. Вот такие вот два освежителя я заказала. Одинаковые. Освежитель цветочно-цитрусовый микс. Это у нас лимитированная серия была под Новый год. И вот она сейчас в распродаже, но у меня есть постоянный покупатель на этот освежитель. Очень ему понравился, и мне самой он очень нравится. Вот заказал две штучки. Так, 30-340 артикул. Освежители у нас все на водной основе. Ароматов очень много, так что выбирайте. Так, вот здесь вот еще хотела сказать. Есть такой ограничитель специальный для нашего освежителя. То есть некоторые не знают, как пользоваться, начинают давить силой вот сюда вот на эту лапку и ломают, короче, всю конструкцию. Вот. Вот этот ограничитель просто нужно сдвинуть в сторону. И тогда лапка легко работает. На будущее всем, в общем. Так, потом три таких вот средства для мытья посуды. Это меня попросили заказать. Сказали, любой на выбор закажи, какой сама считаешь нужным. Миндальное молочко. Ну, вот это вот мне понравился. Последний раз заказывал с миндальным маслом, с миндальным молочко. Гель для душа и жидкое мыло. И вот такое вот средство для посуды тоже у нас есть. Такой нежный, приятный аромат. Артикул 30096. Вот. Потом вот такой вот тоже любимчик мой. Это сода эффект со свежим лаймом. 30097. И еще вот такой вот кристальный. Чистота кристальная. Лесная малина. 30095. У них даже номера одинаковые, 95, 96, 97. Не одинаковые, а по порядку идут. В общем, нравятся мне эти ароматы. Покажу вам вот такой вот он по густоте какой. Вот видите, вот этот вот прозрачный. Малина вот прозрачная. Вот этот с миндальным молочком, он вот такой вот белый. Вот видите. Вот он выдавился беленький. Не сушит кожу. В общем, вот этот с миндальным молочком вообще очень хороший. Кожу не сушит. И аромат у него приятный. Но малина тоже вкусненькая. Так. Дальше. Ну, давайте новинки посмотрим. Кое-что я уже открыла. Это у нас серия Омега Хит. Я заказала гель для умывания и вот такой вот крем универсальный в баночке. Гель для умывания уже открыла. Здесь вот была пломбочка. Я его уже попробовала. Вот смотрите, он какой по густоте. Вот. Ну, один раз только попробовала. В общем, заказ пришел накануне. Поэтому я им уже умывалась. Что хочу сказать. Умывает он до скрипа. Вот, честное слово, стала умываться, смыла, когда его водой. У меня кожа скрипела. Что на руках, что на лице. Кожа прям скрипела. Реально. Сейчас уберу. Так. Артикул у него 6739. Это гель для умывания. Вообще вся серия это Омега Хит на основе ценных масел, которые содержат полинасыщенные жирные омега-кислоты 3, 6, 7, 9. Масла какие масла? Льняное масло, облепиховое масло, оливковое масло и кунжутное масло. И я как бы думала, если это на масляных, на полинасыщенных жирных омега-кислотах, там думала, как бы смягчать наоборот будет. Вроде как кожа должна быть такая, ну, как бы смягченная. А
Он моет прям вот до чистоты, до скрипа. Вот честное слово, девчонки. Не знаю, как дальше будет, понравится, не понравится, но вот это вот первый эффект от этого геля для умывания у меня такой был. Смыл макияж хорошо. Вот еще что хочу сказать. Так, вот эту баночку я не открывала. Это универсальный крем 3 в 1. Он для лица, рук и тела идет. 29, 24. Сейчас при вас открою. Открою. Ой, какой он желтый. Смотрите. Густой, ой, густой. Даже это так много я взяла. Немножко возьмем. Ой, аромат, как я люблю, прям какой-то травянистый такой, с кислинкой, с травками. Вообще классный аромат. Какой-то вот серия «Зима» у нас был такой же в банке, вот у меня был такой. Он очень сладкий был аромат, мне не очень нравился. А вот этот аромат прям мне нравится. Ну вот, в общем, будем пробовать. Кожа, да, смягчает хорошо. Прям такой жирненький. Да. Вот я его сейчас нанесла на руку. Наверное, надо, чтобы подождать, чтобы он хорошо впитался. Жирненький. Он у меня прям руки жирные сейчас. Немножко вытру. Дальше буду смотреть. Так, дальше. Дальше зубная паста идет. Был на тот момент, когда я заказывала, всего два вида вот этой пасты новой. Это у нас паста по вдохновленной японской системой ухода за полостью рта. То есть по японским мотивам, так скажем, сделали эту пасту. Она содержит экстракт мукороси. Этот экстракт обладает мощным антибактериальным действием. Комплекс энзимов, который устраняет зубной налет и препятствует образованию его, и сбалансированная абразивная система, которая эффективно очищает эмаль. Вот эта вот паста у нас матча. Она у нас идет отбеливающая, отбеливание и увлажнение. Пастой тоже уже пользовалась. Матча понравилась. Такой немножко аромат напоминает немножко ментол, мяту, но не сильно, не обжигающая такая, вот так скажем. Вот я не помню, по-моему, здесь была эта фольга, вот здесь вот, кажется, была. Сейчас уже не помню, потому что я уже обе открыла, уже пользуюсь, наверное, неделю ей. Сейчас я вам покажу. Вот видите, она такая зеленого цвета, вот такого вот. Пасты надо не совсем немножко, там прям буквально, не знаю, на кончике щетки выдавливаете, и она очень хорошо пенится. Вот, 75 миллилитров в ней. Ну, в общем, вот это вот нормальный аромат, приятный такой. Я вообще не всеми пастами могу чистить зубы. Если мне паста не нравится, то у меня сразу срабатывает рвотный рефлекс. Вот, поэтому вот это вот нормально. Мне зашла, так скажем, буду чистить. Вот, а вот это вот с розовой солью у нас идет. Она идет антикариес, по-моему. Сейчас я закладку посмотрю свою. Да, розовая соль идет от кариеса, защита от кариеса. Вот, она вот такого вот розового цвета идет. Вот, но тоже так же она пенится хорошо, все замечательно. Но аромат ее мне не понравился. Так, 26,73 артикул у нее. Вот никак не могу. Я 2-3 раза чистила ей. Вот как вам говорю, если мне аромат не нравится, рвотный рефлекс сразу срабатывает. Может быть, кому-то, конечно, и понравится. Мне не зашла. Так, а матчи, по-моему, я вам сказала, артикул 26,75. Это вот мне больше понравилось. Там еще два вида есть пасты. Вот одна еще скоро придет. Еще какой-то один аромат. Я уж сейчас не помню даже. По-моему, сакуру вышла. В следующем заказе она будет. Вот. Ну вот пока только две. Из новинок еще вот такую вот губку покажу вам. Так, я ее еще не открывала. Артикул у нее 910-434. Губка с металлизированной нитью для уборки. 70% здесь нити из нержавеющей стали.
30% полиэстер. Так, вот так она выглядит. Достаточно жесткая она. Там внутри какой-то, наверное, как поролончик, скорее всего. Но он жесткий, прям не мягкий поролон. Вот это вот все, что блестит, это вот металлизированная ниточка. Ну, я так поняла, что эта губка вместо вот, можно пользоваться вместо вот этих вот круглых металлических губочек еще, можно вот этой пользоваться. Вот. Ну, тефлоновые сковородочки всякие и антипригарные, ей, конечно, нельзя будет тереть. Но вот кафель, как рекомендуют, духовку, ну, что-то вот, что можно вот этой вот металлической ниточкой тереть, вот можно будет, наверное, трудно, которые засохшие трудные пятна, можно будет вот ею потереть. Короче, в общем, будем пробовать. Так, дальше смотрим. Заказала вот такую мицеллярку, две штучки. Одну себе заказала. Одна у меня девочка, одну девочка знакомая попросила. Она уже брала, она себе брала и свекрови брала. 270 миллилитров вот в этом флаконе. Серия гиалуронка. Очень понравилась она ей. Мне тоже очень понравилась. Я вот взяла еще себе. Вот, 28-19 артикул. Глаза не щиплет. Смывает практически с первого, но со второй вот ватного диска сразу смывает все загрязнения, все растворяет, все убирает прям дочисто, так скажу. Вот, бережно удаляет все, гиалуроновая кислота содержится, увлажняет хорошо. Так что вот эту вот гиалуронку, мицеллярку, эту рекомендую 100%. Так. Еще взяла себе вот такое вот средство для снятия макияжа с глаз. Я что-то здесь как-то посмотрела свои запасники. Мне нечем было даже смыть с глаз. Не мицеллярка закончилась сразу. И такое средство, ничего вообще не осталось. У меня ни умывалки никакой. Что-то я упустила этот момент. Вот решила сейчас еще и это взять тоже средство. И мицеллярку. Ну, вот гель для умывания сейчас пока вот у меня из новой серии, вот, которая омега-хит. Будем сейчас тестить ее. Вот. И это средство у нас идет двухфазное. Вот видите, вот здесь вот оно как. Оно еще и предназначено для водостойкого макияжа. Перемешиваете вот таким образом на ватный диск. И, пожалуйста, с глазок все снимается. Вот. Тоже отлично. Здесь и гель алоэ вера содержится, экстракт фиалки содержится. Аргинин и аллантоин. Так, у нас 12, сейчас покажу вам, 12,42 артикул, 150 миллилитров. Он небольшой, в принципе, но недорогой вот такой вот. Так, шампунь, очередной шампунь крапивный, который понравился всей семье нашей. Вот такого вот он густоты. Ну, он, в принципе, такой зеленовато-прозрачный. Вот, пахнет крапивкой. Дальше смотрим. У нас кофе. Кофе в распродаже сейчас. Это кофе «Доброе утро». Еще есть кофе «Добрый день». «Добрый день» идет в перемешку с молотым кофе. Вот, «Доброе утро» полностью растворимый. «Доброе утро» более бодрит. «Добрый день» не так бодрит сильно. Кофе мне нравится. Не знаю, дальше его, наверное, уже выпускать не будут, потому что сейчас распродают. Он в распродаже сейчас 333 рубля. Вот эта вот баночка стоит. Сколько здесь у нас? 195 грамм. Артикул 160-48. Ну, не знаю, как дальше будет. В общем, в магазине сегодня смотрела. Вот если по качеству вот такой вот кофе смотреть, он рублей 500 в магазине стоит. Ну, 400 вот я посмотрела. 500, 600 и выше. Вот. Есть, конечно, и подешевле кофе, но вот магазины не нравятся мне. То кислит, то горчит, то еще что-то. Вот этот кофе прям очень нравится. Так, дальше у нас бальзам для стоп. Это наш хит тоже. Хит продаж, так скажем, и мой хит продаж. Большой объем 2XL. Тут 100 миллилитров. Да, и есть такой же в половину меньше, 50 миллилитров.
Очень хорошо смягчает пяточки, кожу на ступнях. В летнее время просто необходим. 12,90 артикул у него. А глицерин содержит 30%, написано. В общем, тоже рекомендую, девочки. Зубная паста очередная 200%. Это вот паста Эксперт Фарма. То есть вот эта паста мне нравится вся. Вот какую бы ни заказала, вся. Аромата здесь практически никакого нет. Поэтому как бы я ее чищу спокойно. Дальше. Два мыла вот этих взяла. Тоже оно сейчас в распродаже. Почему-то Beauty Cafe и с ароматом банана я только нашла. По-моему, больше никаких не было. Это меня попросили. То есть понравился аромат банана. Вот поэтому я такой вот две штучки заказала. Так. Дальше у нас вот такая вот штучка. Это сыворотка праймер. И это была тоже распродажа. По-моему, рублей 100 вот эта сыворотка в распродаже была. А распродажа была по срокам годности. То есть вот у нас 7 июль месяц, 21 год сделан. И 2 года у нее срок годности. Да, 2 года. То есть до июля 22, до июля 23, до этого июля срок годности нормальный еще. За 100 рублей взять такую сыворотку, вот 65-10 код у нее, я считаю, это прям хорошая экономия. Сейчас покажу вам, какая она здесь внутри. С пипеткой и вот такого розового цвета она. Выдавлю на руку. Вот видите? И немножко с какими-то мерцающими переливами такими вот. Вот заметно? Да, вот такая вот, видите? Вот. Как основа под макияж, праймер вот этот вот из серии Do The Best. Так что, девочки, частенько заглядывайте в распродажу. И если распродажа по срокам годности, ну, это еще не значит, что там 2-3 дня осталось использовать этот продукт. Вот, пожалуйста, до июля месяца вполне нам ее можно использовать. Так, вот такую еще я вам не показывала. Из прошлого заказа, вот решила сейчас его показать. Гиалуроновый гель с алоэ веру, ICU. Он был в прошлом каталоге со скидкой, этот гель. Вот, я его решила заказать и попробовать. Так. Гиалуроновый гель. А где у нас? А, вот код. 0951 артикул. Алоэ вера содержит. Двумя способами можно пользоваться. То есть, как легкий гель для ежедневного применения. И можно как восстанавливающий гель-маска. То есть, если побольше наложить его, на 10-15 минут оставить, а потом излишки удалить. Вот. Написано, что равномерно наносит быстро впитывается без ощущения липкости. Глубоко увлажняет и запускает процесс омоложения. Здесь у нас гель алоэ вера, гиалуронат натрия. В общем, что хочу сказать. Я вам сейчас его покажу. Баночка вот такая вот пластмассовая. И вот смотрите, что тут у нас. Крышечка. Вот такой гель. Я уже немножечко, конечно, попользовалась им. Здесь вот побольше было. Запах прям аромат алоэ веры ярко-зеленого цвета. Вот он, смотрите, я переворачиваю немножечко, он начинает, видите, вываливаться. То есть он не такой не густой. Он густой, конечно, но вот сам вот. Вот он потек у меня. Это мне не нравится. В общем, когда я его открываю, банку, вот так вот начинаю, если, ну вот сначала, когда я ее только получила, я не знала, что он такой вот консистенции. Я его перевернула вот так банку, у меня все вывалилось практически. Вот. Ну, не знаю, может быть, для этого геля лучше тюбик использовать было бы, то есть производить вот это вот все в тюбике. Вот он такой вот, ну, да, как водичкой становится. Но когда вот его наносишь, он, конечно, немножко чувство липкости остается некоторое время. Он не сразу впитывается. И вот немножечко он липнет. Вот это вот мне не очень, конечно, понравилось. То есть нужно выждать какое-то время, чтобы все это впиталось. Вот когда он впитывается, кожа
немножко стягивается, так скажем. То есть это вот у меня такие ощущения. Я на лицо наношу, и кожа немножечко такая вот как... Ну, стянулась, да, немножко. Но увлажняет хорошо, кстати. Крема, потому что дневной, например, крем мне не всегда подходят. Они или очень жирные для меня. Почему-то у меня... Я немного наношу, например, дневного крема, и все равно на коже потом... Остатки вот этого крема как-то выделяются, начинают выделяться. Я начинаю вытирать салфетками. Вот. А вот этот вот гель, он впитывается полностью, так скажем. Ну вот пока не знаю, свои такие вот ощущения я вам сказала. Дальше посмотрим. Буду заказывать, не буду. Ну вот на лето, как бы, я так считаю, что в руб... В общем, на лето пойдет. Покажу вам теперь вот такую вот сумку. В Фаберлике есть социальный проект «Друг из приюта». И с покупки серии Lovely Moments, продуктов серии Lovely Moments, перечисляется, с каждого товара перечисляется 50 рублей приютом для животных. То есть вот такая вот сумочка я купила. Она выворачивается из кармашка. У меня была такая сумочка. Она есть, в принципе, но она уже старенькая. И там были кошечки нарисованы. Здесь вот сейчас собачки. Вот. Хозяйственная сумочка. Я ее ношу вместо пакета. То есть положила, вот так свернула в сумку. Вместо пакета достала где-то в магазине. То есть, когда стоишь на кассе, тебя спрашивают, пакет нужен? Я говорю, мне не нужен пакет. У меня вот такая сумка есть. Она очень вместительная, очень объемная. Большие ручки, и вот эти вот ручки можно повесить, в принципе, и на плечо. Вот, так что, девчонки, обратите внимание, мне эта сумка очень нравится. Ну и вот с этой сумки 50 рублей перечисляется как раз с покупки этой сумки. 50 рублей перечисляется животным, бездомным животным. Так, что еще? Кисти. Вот, заказала себе кисти. Они, по-моему, сейчас по акции. Две берешь, и они подешевле. Это кисть для пудры. Вот такая вот кисточка. Очень мягкие. Ой, прям вообще здоровские-здоровские. Так, и кисть для консилера. Сейчас достанем ее. Консилера. Вот такая вот она. Классненькая тоже. Так, консилер у нас артикул 910-137. Так, и пудра 910-135. Кисти разные у нас есть. Заходите на сайт, выбирайте. Не только такие два вида, но там и для теней, и для румян есть. Так что выбирайте. Заказала еще вот такой вот Гепато Форте из серии Фитополис. Хотела дать маме пропить это для печени средство. Но вот думаю, наверное, я сама попью, а маме я заказала... Из другой серии, серии Molecula Force, она как бы посильнее, поэффективнее будет. Вот. А это я сама пропью. Здесь у нас смесь масляных экстрактов, трава овса, корень одуванчика, корень лопуха, трава тысячелистника и листья мяты перечной. Ну, то есть вот, такая, вот такое средство вот на травках. Сейчас покажу вам. Ну, вот такие, видите, желатиновые капсулки. Вот. Две штучки в день пьете, их тут 60 штук как раз на месяц для профилактики. Так, и себе вот заказала Доброген. Доброген, 30 порций идет. Так, а подождите, я вам не сказала, по-моему, артикул, да? Ага, 157,59. Так, и Доброген тоже я себе заказала. Это концентрат коллагенового напитка. Гидролизат коллагена говяжьего, инулин, порошок свеклы, ароматизатор вишня. Для своих суставов, для своих косточек заказала. 157,29. Я его периодически пью, нравится он мне. То есть после него как бы... Но его надо минимум две упаковочки, по-моему, пропить.
После него вот лучше себя чувствуешь. Так, ну он такой на вкус, так хочу сказать, как киселечек. Вот, плохо только, что его нужно с утра пить за 40 минут до еды. Ну вот как-то я приноровилась по-другому немножко. Утром я встаю, завтракаю, иду на работу. И уже на работе, как второй, перед вторым перекусом, так скажем, вот я его пью. Растворяю и пью. Далее. Упаковочка влажных салфеток для удаления пятен. У меня такие есть. Это меня тоже попросили. Спрашивали, чем я белые кроссовки чищу. То есть, вот если каждый день, ну, я выхожу, например, утром, ну, вот этими салфетками белые кроссовочки, раз, протерла и все. А вообще, очень хорошие салфетки. Протирать свежие пятна, вот только посадили, если пятно, и вот этой салфеточкой раз-раз затерли, а потом уже в стирку свою одежду или вещь какую-то бросили, и никаких пятен не останется у вас. Вот, написано, что и обивка мебели, и сумки можно протирать, обувь, вот я как делаю, я протираю белые кроссовки этими салфетками. Легко и быстро, и удобно. С собой всегда в сумке можно носить, в принципе. Так, дальше смотрим. Дальше у нас вот такую вот маску еще вам хотела показать. Маска из серии Dream Therapy. Она приходит вот так в пакетике. Так, у нас артикул 10.0.55. Маска для сна. Ничего особенного, обычная атласная маска, но очень мягенькая, я уже спала с ней, очень мне она понравилась. Ну, в общем, у меня такой штучки не было, это было тоже распродажа какая-то, она немножко подешевле была. Вот, так вот иногда, когда мы с дочкой в одной комнате спим, поэтому вот она какие-то занятия делает, и у нее свет включен, а меня это, конечно, раздражает, я не могу уснуть, когда даже лампа просто какая-то настольная. Ну, вот я ее на глаза одела и сплю. В принципе, мне понравилось. Так, дальше. Прокладки. То есть, вот сейчас у нас акция. Не акция, а подешевле. То есть, у нас прокладки наши. 100, по-моему, в каталоге 179 рублей. Минус еще ваша скидка будет 20 или 26%, если вы зарегистрированы как покупатель. Если вы не зарегистрированы, переходите по ссылкам ниже, регистрируйтесь, заводите нижний личный кабинет, будете в моей команде, я вам буду помогать с акциями, со скидками, буду подсказывать всегда. Вот, прокладки у нас это дневные, 112,89, здесь 10 штук, они у нас дышащие, здесь у нас анионовый чип есть. Давайте я вам их покажу лучше, чтобы читать, рассказывать. В общем, вот так они открываются удобненько. Такая вот прокладочка. Упакованы индивидуально они. Вот размер. Это дневная. В середине, смотрите, вот анионовый чип как раз идет. По бокам вот дополнительные такие. Вот видите, я думаю, заметно, да, чтобы не протекало, то есть дополнительная защита. Впитывают они до 100 мл жидкости. То есть даже если у вас обильные менструации, то есть, ну, вообще очень хорошие прокладки. Они тонкие, но впитывают они очень хорошо. За счет этого анионового чипа у нас не развивается никакая инфекция. То есть бактерии убивают бактерии, так скажем. Вот, герметичная упаковка. И аромат зеленого чая очень тут такой нежный, приятный. Так. А, да, и еще вот анионовый чип, он предотвращает появление нежелательного запаха. Да, это 100% подтверждаю, так скажем. Вот, ночные 112,95. Все то же самое, но они подлиннее и побольше.
Сейчас я вам покажу их. Вот они разворачиваются. Видите, они как длиннее. И вот здесь вот у нас еще одна клейкая штучка такая. Вот здесь вот они вот на попе как раз вот так разворачиваются. То есть, ну, с этими прокладками точно никто никуда ничего и не протечет нигде. Здесь также анионовый чип. По бокам вот такая вот дополнительная тоже защита идет. Сейчас я их уберу обратно. Вот. Пока они со скидками, девчонки, берите, пока есть на складе. Их очень быстро разбирают. Могут закончиться. Я заказала несколько штук дневных, несколько ночных. У нас я и дочка, поэтому нам много не бывает никогда. Так, ну, по-моему, все я вам рассказала. Куча вот еще каталогов. Вот такой вот каталог. Новинка. У нас будет в 7-м каталоге новый аромат Amora Zodiac. Пришел мне пробничек. На все ароматы у нас есть пробники. Если вы сомневаетесь, что вам понравится аромат, закажите сначала пробник. Вот артикул этого пробника 34 200. Вот. Ну, в общем, я не сильна в ароматах, то есть не могу вам рассказать, чем он пахнет, как он пахнет, как бы вот ни на что не похож этот аромат, но мне он не очень понравился. Не знаю, может быть, полная версия, то есть во флаконе может быть больше понравится, чем в тюбике, в пробнике. Не могу вам сказать, но вот как-то мне не очень зашло. Вот. Будет новиночка в следующем каталоге 1149 рублей стоить. То есть скидка 50% на эту новинку получается. У нас здесь в этом аромате молекулы аттрактанта содержатся. Аттракталит имеет интимное звучание и придает парфюму глубину. Экзальталит вносит чувственную пудровую ноту. Амбракс супер наполняет композицию теплом. Рамандолит – деликатный обволакивающий, вызывает желание. И мускон звучит невероятно женственной тональности. То есть, ну, вот такие вот молекулы аттрактанты содержатся. Ну, афродизиак. Аморадизиак называется парфюм, то есть это афродизиаки, я так понимаю. Не знаю. Ну, как-то вот я вам уже сказала. Если хотите, попробуйте сначала пробник приобретите. Так, и еще что? И еще вот такой вот момент. То есть вот пришли вот такие вот мне купончики в этом каталоге, в 5-м, на каждую 1000 рублей вам выдают виртуальный вот такой купон. Вот. И этот купон будет действовать в 7-м каталоге на категорию. На один из товаров из категории уход за кожей, уход за волосами, гигиена, декоративная косметика, парфюмерия и ароматерапия. Скидка будет от черной цены 50%. И потом еще ваша скидка 20 или 26%. Так что покупайте в этом каталоге больше. В следующем получите больше скидок. Так, на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы получать вовремя оповещения о новых видео. Пишите комментарии, что вам нравится, что не нравится, кто, может быть, уже пробовал новинки какие-то. Всем пока, до новых встреч!